Привет! Меня зовут Эльдар Бродвей, и я претендую на место величайшей экспедиции современности – Mars One. Итак, исходное. Когда на Марсе я решил сходить в местную библиотеку, то никого не предупредил о том, куда иду, и случайно при переходе через горный перевал попал под обвал, и огромным камнем мне придавило руку. Я бы, конечно, мог легко отпилить себе руку, но я не буду этого делать, потому что на Марсе каждый кусок пищи на вес золота. Итак, нам потребуется итальянские травы, соль, фольга и зажигалка. Для начала распорим рукав. Используем соль, чтобы замариновать руку. Натрем итальянскими травами. Спрыснем немножко грузинским вином, чтобы поры лучше раскрылись и вкус был гораздо ярче. Обернем руку фольгой, чтобы мясо не потеряло свои соки. В это время года человеческий сок очень хорош. Используя зажигалку, начинаем медленно зажаривать руку. Поехали! Адская боль! Но я не останавливаюсь, потому что запах жареного мяса очень вкусный и жрать очень сильно охота! Вкусненько пахнет, а, блядь, как вкусненько! Развернем и посмотрим степень готовности. Возьму нож, потыкаю руку и посмотрю, как хорошо она приготовилась. Нет, рука еще сырая. Давай чуть-чуть подольше ее пожарим. Итак, рука, по-моему, готова. Давайте ее попробуем. Запашочек. Потрясающе просто. Так. Выглядит довольно аппетитно. Не хватает немножечко грузинского вина. Бокал красного и рука марсианина. Просто фантастически. Последний штришок. Немножечко петрушки. Итак, ужин готов. Си гупле. Чё-то херово получилось. Зря руку перевел. Кстати, кость не выбрасывайте, из нее можно сделать сувенир, например, свистульку. Прилетите на Землю, а кто-нибудь спросит: «Эй, какая прикольная свистулька, откуда?» А вы скажете: «А я на Марсе из своей руки ее сделал». Остатки шашлыка можно взять домой для вашей жены, только, скорее всего, она вас бросит, однорукого сумасшедшего еблана. Получилось! Вот я идиот, а! Нужно было просто дольше постараться. Зато вкусно поел. Сегодня мы научились справляться с еще одной сложной задачей, а значит, стали еще немного ближе к нашей заветной цели. К Марсу. Хотите спросить, все ли со мной в порядке? Нет. Я ебанулся от боли.